Добрый день, представьтесь, как же вас зовут? Меня зовут Юлия Белая, я являюсь пиар-директором группы 140 ударов в минуту и продюсерского центра «София». Вы являетесь 140 ударов в минуту? Да. Да что вы. А эта группа будет сегодня выступать? Нет, к сожалению, у них сейчас очень плотный гастрольный график, они сейчас гастролируют по северу, вот, и, к сожалению, не смогли приехать. А вы сегодня поете? Нет, я сегодня не пою, я представляю, как и продюсерский центр, и группу 140 ударов в минуту. Как интересно, как интересно. Ну, хорошо, а кто-то еще, кроме этой группы, будет от вашего продюсерского центра выступать? Или вы просто ищете новых молодых исполнителей, чтобы продюсировать? Да, у нас с нами также пришли наш начинающий коллектив, вот, будем представлять. Ну и также хотелось бы посмотреть на молодые юные таланты, вот, и, скорее всего, возможно, будем с кем-то работать дальше. Ну, я же... Как будто возьмем под свое крыло в продюсерский центр. Как же интересно, боже мой. Я просто работаю на «Эхо Москвы», и они у меня были, ваши ребята, были у меня недавно на интервью. Да, они совсем недавно были. Да. Я помню вас, и я на вас, кстати, даже подписана, да. Ну, я желаю, чтобы вам здесь все понравилось, чтобы вы выбрали именно тот драгоценный камень, чтобы действительно было чутье у вас. И хорошего просто вечера. Хорошо, спасибо большое. Всего доброго.